Князь Петр, девушка из бедной семьи Февронья, будучи из разных сословий, вопреки слухам и недобрым языкам, воссоединили свои сердца. Преодолев все трудности и испытания, они прожили всю жизнь душа в душу и умерли в один день. Это, будем говорить так, пример того, как надо хранить себя, как надо беречь себя, невзирая ни на какие внешние препоны, невзирая ни на какие людские организационные вот эти моменты, то есть снисходить друг к другу, терпеть друг друга, любить. В этом, собственно, наверное, и заключается ценность семьи, чтобы любить друг друга и относиться друг к другу с пониманием, с уважением, и любить, как в первый день. Вот уже шестой год в этот день в ЗАГСах гораздо больше желающих, чем в обычные пятницы и субботы. Праздник пользуется популярностью, ведь само название несет в себе теплую, положительную энергию семьи. Надеемся, что обязательно эта дата, и Петр, и Февронья помогут нашим семьям быть счастливыми, крепкими, чтобы сохранить любовь и верность на долгие-долгие годы. Любовь и семья. Прежде всего, это как бы такой очажочек домашний, где можно найти все. Где ты можешь найти уют, где ты можешь найти спокойствие, где ты можешь найти любовь своих детей и свое будущее. Очень здорово, что в календаре стало на один семейный праздник больше. Ведь так приятно греться у семейного очага, где вокруг собрались родные и любимые люди. А Петр и Февронья Муромские надежно оберегают узы брака. Анастасия Масляева, Евгений Анисимов, Республика.